45 лет исполняется одному из главных вузов Алтайского края. Юбилей отмечает классический университет. Сегодня стартовали первые торжества по случаю праздника. Уже с утра на площадке перед главным корпусом собрался весь цвет студенчества АГУ. Молодые ученые, волонтеры, бойцы студотрядов. Торжества начались с поднятия флагов университета Алтайского края и страны. В это время галерея «Универсум» открывала фотовыставки. На снимках можно было увидеть яркие моменты из прошлого и настоящего вуза. Юбилейные мероприятия продлятся всю неделю. Это будут спортивные праздники, выступления университетской хоровой капеллы, поэтические конкурсы, пройдет бал в стиле 19 века. За неделю вуз покажет не только творческие и научные, но и социальные достижения. Через два дня откроют корпуса новых общежитий. Как говорит руководство, за 45 лет вуз изменился значительно. Университет, в котором изначально готовили только историков, филологов и юристов, дорос до статуса крупнейшего классического вуза страны. Ему есть чем гордиться. Ну, во-первых, он стал опорным вузом Российской Федерации. Он вошел в 100 лучших вузов стран БРИКС по версии QS, занимая 24-е место. Мы гордимся своим профессионально-преподавательским составом, мы гордимся своими студентами, мы гордимся своими выпускниками.